Добрый день, меня зовут Тим Белозор, мне 13 лет, и я считаю, что вполне могу победить в конкурсе «Мистер Умный Лагерь». Расскажу немного о себе. Я 7 лет занимался каратэ и даже имел по нему коричневый пояс. Также раньше профессионально играл в футбол и занимался плаванием. Сейчас мое главное увлечение – баскетбол. Я собираюсь поступать в один из баскетбольных клубов Москвы. Я желаю всем участникам этого конкурса удачи и победы тому, кто действительно ее достоин. И в процессе подготовки к этому конкурсу я задумался, что я вообще могу и что я здесь забыл. Если просто в душе, значит, время сменить маршрут. Запиши в голове разборчиво без чернил. Если любят тебя, обязательно подождут. Если счастье придет, значит, ты его заслужил. Я считаю, что нельзя оглядываться назад, и ты должен идти только вперед. Сколько не было бы лет, душой быть молодым. И не думай, когда и где будет твой финал. Не любящих тебя, спокойно отдай другим. Отражение ищи в душе, а не у зеркала. У каждого в жизни встречаются как хорошие моменты, так и плохие. На втором я бы не стал акцентировать внимание. Если дом опустел, не бойся покинуть дом. Если город не тот, решайся и двигай прочь. Если денешься ты, все дастся с трудом, и никто ничем не сможет тебе помочь. В течение своей жизни я встретил много людей, и мы с ними до сих пор дружим. Если враг у тебя, врагу пожелай добра. Каждой мелочи в жизни всегда будь рад и открыт. Если просят уйти, то значит тебе пора. И не смей никогда с упором смотреть назад. Каждый, абсолютно каждый, в жизни способен добиться любых высот. Каждый может достичь любой мечты. Например, достать с неба звезду. И не бойся искать, какие свои найдут. И не бойся терять на это ни лет, ни сил. Если любят тебя, обязательно подождут. Если счастье придет, то ты его заслужил.